Приветствую вас, уважаемые зрители. Если вы до этой минуты еще не были в городе Санкт-Петербург, рекомендую вам посетить северную столицу. Ну и лучше сделать это, конечно же, летом. Весна в этом городе суровая, зима непонятная. Ну а летом этот город достаточно тепл, весел и располагает к путешествиям не менее 6 дней. Если вы приезжаете на 3-4 дня в Питер, это все равно, что потратить деньги попусту. Хорошего вам настроения, спасибо за то, что смотрите этот канал. Слава птицам, ведущий, успехов, удачи!